Есть планы на вечер? Хочешь со мной потусить? Кортни Холмс, признаться, удивила. Предложение принято. Приходи в полночь в подвал С. Не объяснишь? Я хочу, чтобы ты остановил мое сердце. На минуту, а потом вернул меня обратно. Круто. А теперь самое время сказать, что ты прикалываешься. Что нас ждет после смерти? Узнать это можно только опытным путем. Быть может, получится даже записать. Ты видела свет в тоннеле? Скорее, чистую энергию. Когда она научилась играть на пианино? Будто у нее в голове что-то переключилось. Я следующий. Заряд на 200. Отличный день, чтобы умереть. Разряд! Я исцелю любого, к кому прикоснусь сегодня. Это как озарение. 3 минуты. Джейми, там был 2. Что могу сказать? Бросаю вызов. Я следующая. 5 минут. 7 минут. После такого никто не возвращался. Все было хорошо? Никаких тревожных видений? С нами что-то происходит. По-моему, я схожу с ума. Мы открыли дверь в неизвестное. Нас ждет расплата за то, что мы сделали, что мы сделали. Разряд! Она не приходит в себя. Немедленно заканчивайте эксперимент. Разряд! Ну же, давай. Я должна была сказать, что наука и не была целью. Разряд! Прошло 4 минуты. Я не думал, что побочные эффекты придут с того света и попытаются нас прикончить. Разряд! Это моя вина.